гибких и популярных методологий разработки. Почему популярно? Потому что просто. Scrum представляет собой спринты, да, спринт длится от 2 недель до месяца чаще всего. В чем преимущество скрама? Требования, которые зафиксированы на начало спринта, не меняются до его окончания. Ни один PM не сможет успешно работать, если у него не будет инструментов для работы. Кто-то работает в Jira, кто-то в Confluence, кто-то в Redmine, кто-то в Jitsi, кто-то в SVN. Изучить эти программы не составят большого труда, но надо знать хотя бы одну. Microsoft Paint Project, да, был когда-то очень популярен, но посмотрите, на сегодняшний день по вакансиям всего лишь 30 вакансий, которые ищут PM со знанием Microsoft Project. В то же время Jira не закрыта в Беларуси, 92 вакансии. Android или iOS? Вечный вопрос, да? Какой телефон купить? На чем писать? Что лучше? Я не буду вас агитировать ни за iOS, ни за Android. Я просто вам покажу статистику по зарплатам. Да? Вы видите, что Android-разработчики в России, например, на сегодняшний день могут заработать максимум, да, почти 3500. Но в то же время в России самый большой разброс по зарплатам у разработчиков. Самое интересное, что в России, в Беларуси сейчас не ищут универсальных специалистов. Те, кто мог писать и под Android, и под iOS, ищут конкретных специалистов. На чем писать под мобильное приложение? Вот она, статистика 2016 года. Вы видите, что пишут на Java, на C#, на HTML, на JavaScript. И, конечно, нельзя представить себе ни одно приложение без дизайна. Дизайнеры — это люди креативные, люди, которым требуется специальный подход. Ну и классики, тенденции дизайна, они меняются, и надо идти, естественно, в ногу со временем и смотреть, что происходит. Понятие адаптивного дизайна уже настолько влилось в нашу жизнь, что я даже не представляю, что будет с ним дальше. Мы делаем такой дизайн, чтобы был удобный и для пользователей ноутов, и для пользователей планшетов, и для пользователей телефонов. Плоский дизайн, скроллинг и анимация прокрутки сейчас очень модно, да? Люди тоже ленятся лишний раз кликать по кнопочке, чтобы перейти на другую страницу. Поэтому проще проскроллить и посмотреть, что там дальше. Распространение веб-графики. Веб-графика, инфографика тоже вот пару лет назад вообще был просто бум инфографики, где все, что надо и что не надо, рисовали и представляли вот этих красочных картинках с циферками. Почему? Потому что графическая информация воспринимается человеком гораздо проще. И в графическую такую вот инфографику можно впихнуть очень большой объем информации, и человек это запомнит. Автоматизация верстки не всегда хорошо, потому что даже те, кто не являются разработчиками, пользуясь специальными инструментами для разработки сайтов, могут прекрасно сделать себе сайтик, который будет хоть как-то работать. Графика, тонкость, прозрачность, центрирование, крупные изображения, меню, видео на фоне. И к трендам 2015-2016 года относят тоже параллакс, эффект, таймлайн, живой блюр, уведомления, разрядка и так далее. Посмотрите на вакансии в Беларуси, 3D-дизайнеров не хватает. 3D-дизайнеров не хватает, ну, на моей памяти еще с 2010 года. Дефицит этой специальности. Сейчас я буду отвечать на ваши вопросы, но прежде чем на них ответить, я напоминаю, что ближе к 3 часам, да, все, кто заполнял анкетки, будет розыгрыш сертификатов до 70% скидки на обучение. Спасибо вам огромное за внимание, я слушаю ваши вопросы. Да, друзья, поблагодарим давайте Алену, поскольку все-таки первый спикер, девушка именно в нашей секции, думаю, это заслуживает отдельных аплодисментов. Да, напоминаю, что у нас по-прежнему есть розыгрыш за лучший вопрос. Вот вы можете стать обладателем такого прекрасного подарка, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я уже повторюсь, я задавал этот вопрос. Расскажите, пожалуйста, про практикум, который проходит у вас после теоретических курсов. Практикум
Почем вам? Стажировка, возможно, да. Да, стажировка у нас есть, и после курсов по программированию, после курсов по проект-менеджменту. Я расскажу про свой курс, да, Project Management. У нас есть базовый уровень, продвинутый уровень и практика. Практика представляет собой руководство командой разработчиков с реальным проектом, с реальным техническим заданием, которое делают бизнес-аналитики тоже в рамках своей практики. И от успешности проекта зависят ваши результаты. Еще раз повторю, это реальные проекты, над которыми реально надо работать и PM-у, и разработчикам. Разработчики точно так же проходят курсы и потом идут на новый проект для практики. Здравствуйте, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, некоторые люди считают, что ассемблер считается мертвым языком. Как вы к этому относитесь? Я вообще не люблю храниться в языке программирования, потому что с развитием из старого, казалось бы, умершего языка вытягивают новые свойства, новые методы, новые приемы. Поэтому говорить, что что-то умерло, можно уже только когда на этом ставят крест все. Вы же видели по ассемблеру, даже сейчас, когда его практически все похоронили, все равно есть 6 вакансий, которые ищут, которые не закрыты. У меня сейчас вопрос, а что в коробке лежит? Понятия не имею. У меня вопрос про есть базовые, вот вы project manager курсы преподаете. На практику можно попасть только после прохождения курсов или есть можно проверить знания, допустим, экспресс-тестированием, да, анализом, и зачислиться на практику или только после обучения базового продвинутого? Тестирование, конечно, есть, но, допустим, попасть на практику, а в чем вы управляете проектами? У нас будет предоставлен, там, допустим, Bittrex, Jira и Project, а если вы ни в одной из этих систем не управляете, а у вас будут требовать на практике это. Вы можете сдать тестирование, если вы управляете и пропустить, допустим, базовый уровень project management. Продвинутый уровень представляет собой в основном практику. То есть там берется реальный проект с реальным техническим заданием, коммерческое предложение, над которым мы работаем с точки зрения, вот, как управлять этим проектом. А дальше мы уже создаем разные, моделируем разные ситуации. Например, когда у вас заболел разработчик в самый неподходящий момент. И эти ситуации мы моделируем там, в project, либо в Jira. Какие задачи закрыты? Как рассчитать правильно процент завершения работ по задаче в зависимости от приоритета? Каким образом просчитывается стоимость? Как рассчитываются сроки? Это все практика. Если вы этим всем владеете, да, ну окей, приходите, будем разговаривать. Именно тогда можно на практику. Получается, что на продвинутом практика и на и продвинутом? На продвинутом практика, которую я веду просто за руку. Да, то есть, да, у каждого будет свой набор проблем, с которыми мы сталкиваемся на том или ином проекте, но полностью я показываю, допустим, как работать в том же проекте, как его настраивать, какие есть нюансы в проекте, допустим, что плохо сделано, да, там, вывод столбца процент завершения, почему не просчитываются риски, почему нужны надстройки типа турбопланера, который рассчитывает Монте-Карло, а можно ли доверять расчету какой-то надстройки, если вы там руками ничего не программируете. Да, я практикующий программист, я очень скептически отношусь к программкам, где я просто поставила одну галочку, и мне вдруг поменяли сроки. Потому что если говорить с точки зрения управления проектами, то почему я должна доверять кому-то, кто что-то написал, и он тут управляет моими деньгами. И вдруг стало не 22 дня, а 42 дня. А извините, два раза увеличился срок разработки. Как? То есть я показываю, как просчитывать риски, как просчитывать сроки, это на практике. Ну, теория в базе – это просто теория. Для чего это надо, зачем это надо и какие есть методы. А меня еще вот интересует вот вакансия HR-менеджера. Вы просто
галопом пробежались по всем, а меня какие к ним требования, что они, ну, а они должны сами какие-то тренинги проходить, чтобы попасть на эту специальность, ну, более углубленные их требования к HR. HR, у них очень сложная работа, они работают с людьми, и вопросы коммуникации и взаимодействия с людьми ставятся для них в первую очередь. Постоянно повышать свою квалификацию, проходить тренинги, проходить разные семинары, в том числе и NLP, взаимодействие и управление людьми. Правильно искать искусство переговоров, искусство проведения собеседований, это все должен знать HR. Потому что от того, как он поговорит с человеком, как он его направит, как он выяснит требования человека, зависит карьера этого человека. Он работает с судьбами людей, по сути. Из HR в бизнес-аналитике? И там, ну да, я с вами соглашусь, что и там коммуникация, но надо проходить хорошую подготовку, то есть не каждый HR сможет быть хорошим аналитиком, а если мы говорим про системного аналитика, то там вообще нужен технический бэкграунд, которым далеко не каждый HR обладает. Скажите, вот какая у вас статистика успешности, так сказать, поиска работы после ваших курсов? Поиска работы, я думала, вы хотите спросить про успешность моих проектов, которые я веду. Да, наши выпускники, слушатели иногда находят работу прямо в группе. То есть приходят люди, приходят руководители компании, которые приходят для того, чтобы узнать, а как по науке управлять проектом. То есть, а что за такая методология PMBOK, а кто ее знает? Приходят ребята, которые знают чуть-чуть про Scrum и, в принципе, знают, что такое Kanban-доска. Когда мы на курсах это все разбираем достаточно подробно, и руководитель, который учится в этой же группе, видит конкретные успехи на той же практике, приглашают на испытательный срок. Ну и у меня отдельно группа есть в Фейсбуке моих ребят, и они мне пишут, кто устроился на работу. Вот из выпускников, из последних, ну, 5 человек поменяли работу. Но я считаю, что это хорошо. Они поменяли работу, они работали вообще не в сфере IT. Спасибо. Смотрите, у вас есть курс робототехники. Какая вероятность устроиться потом на него? Да кто меня спрашивает? Ага. Какая вероятность после него устроиться на работу? Потому что во время всей лекции не услышал ни слова по поводу этого курса. Так я не рассказывала во время презентации про курсы, я рассказывала про перспективы развития IT. Меня просто робототехника интересует, наверное. Мне кажется, робототехника – это очень перспективное направление. Это однозначно перспективно. Вопрос в том, насколько вы ответственно подойдете к этому обучению, потому что на моих глазах ребята, которые собирают роботов и там играются в коридорах, далеко не всегда идут для того, чтобы это превратить в свою специальность. Кто-то идет просто для себя, понимаете, как хобби. Здравствуйте, Алена, еще раз. Спасибо большое за конструктивное выступление. Я хотел спросить, ну, наверняка вы уже сегодня затрагивали тему, в тренде сегодня гибкая методология разработки. Вот лично ваша компания и ваши личные, наверное, отношения, стоит ли делать акцент сегодня на waterfall-ные модели, да, управления проектом, либо же все-таки акцент смещается, и вы следуете за этим акцентом в своем обучении продукт-менеджера? Ну, вы же понимаете, что курс авторский, да, значит, это субъективно. Я настроена на то, что сейчас PM должен знать одну-две гибких методологии хорошо и одну глобальную методологию для того, чтобы это уметь интегрировать и уметь совмещать. А модель водопада, она хороша для таких долгосрочных проектов, для которых уже заранее известны все требования, для которых все просчитано. IT очень меняющаяся сфера, это очень непостоянная сфера. Тут постоянно меняются требования, меняются задачи, развиваются технологии, устаревают какие-то технологии. Поэтому гибкие методы работы удобнее в IT.
Но никто же не отменяет классического просчета тех же рисков, той же стоимости, тех же сроков сочетать. Да. Да, достойно, конечно. Алена, у меня вопрос больше из вашей личной области статистики. У меня есть знакомые, которые стали PM после того, как они работали долгое время QA, из BA выросли. Из вашей личной статистики, кто из группы чаще всего становится менеджером проектов из команды? Ну, если не брать сторонних людей. Я PM, который раньше был программером. То есть я программировала для вы. Понимаете, если вы хотите работать в IT, мне кажется, что у программистов очень хороший есть шанс, у программистов и тестировщиков стать хорошим PM-ом. BA – это люди, которые обладают уникальным складом ума. Допустим, работая PM уже почти 10 лет, да, когда я начала общаться с BA, я поняла, что я очень многого не делала. И написать такое же техническое задание, как пишут BA, я не могу. Но мое техническое задание отличается тем, что там сухие выжимки, которые очень понятны разработчикам. И мое техническое задание разработчики читают быстрее, для них оно удобнее. А зато задание, которое пишет BA, оно удобно и для заказчика, и для спонсора, и для заинтересованных лиц. Поэтому сказать, кто лучше, я не могу. И тот и другой сможет управлять проектами в IT. Добрый день, Алена. Я бы хотел вам задать такой вопрос. Вот вы сказали про курсы C-Sharp и Unity. А какие другие языки и движки вы бы могли порекомендовать? Движки и языки. Ну, вы, наверное, поняли из моей презентации, что я очень большой поклонник Java. Очень я люблю этот язык, и поэтому, если меня спрашивают, что мне учить, я всем отвечаю Java. Почему? Потому что я вижу огромные перспективы. Если вы хотите влиться в тренд, который будет года через 3, то это Swift. Потому что его еще почти никто не знает. Слишком мало людей, которые на нем работают. Но перспективы у него колоссальные. Друзья, спасибо всем за вопросы. Если они у вас еще, конечно, остались, можете на перерыве их спрашивать. Ну а давайте мы сейчас решим, кому Алена сделает подарок. Молодой человек, который меня спрашивал про кем должен быть PM, да, PM или программистом. Подходите к нам.